курение и алкоголь – это две... Курение и алкоголь – это две главные проблемы человечества. Даже не наркотики. Потому что, согласно исследованиям 2004 года, в Англии самая большая и высокая смертность – это алкоголь и курение. Ну, у нас около миллиона людей гибнет от табака и алкоголя. Это страшная, конечно, ситуация. Мне вообще очень странно, марихуана, которая не только не вызывает привыкания и не является веществом, которое, так скажем, пагубно влияет на организм, физиологию, метаболизм, запретно. Более того, марихуана сегодня одно из важнейших средств для лечения рака. Марихуана полностью запрещена, а табак и алкоголь продаются и рекламируются везде, только потому, что привыкли. Конечно, это страшное зло. И я бы вообще предложил, может быть, расстреливать курильщиков и алкоголиков, чтобы избавить вообще раз и навсегда человечество от этой страшной болезни. Потому что это не просто привычка, это эпидемия, которая косит человечество страшнее любых войн.